Надо жить по правилам. Каким правилам-то? И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление вот этого колониального мышления. Все время мы слышим, все время звучит: вы должны, вы обязаны, мы вас серьезно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно. Может, это тем, кто так говорит, может быть, вам самим пора избавиться от спеси, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы. И пора все-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального владычества. Хочется, так сказать, протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернется. Никогда.